И еще об одном виде детского отдыха. С началом лета начали работать дворовые площадки. На них с ребятами занимаются вожатые. О том, какие мероприятия они проводят, чтобы каникулы прошли ярко и незабываемо, смотрите в следующем материале выпуска. На площади Дома культуры встретились ребята 12 дворовых площадок. Для них была проведена популярная музыкальная игра «Угадай мелодию», организованная по инициативе студентов филиала КубГУ в Славянске на Кубани. В этом месяце у нас проходит практику 12 студентов университета кубанского. И вот именно по их инициативе проводится сегодняшнее это мероприятие. В ходе мероприятия ребятам предлагалось вспомнить любимые песни из фильмов и мультфильмов. За участников игры болели вожатые, которые переживали не меньше самих ребят. Благодаря их поддержке на детских дворовых площадках проводится большое количество спортивных и творческих мероприятий. Проходит очень много мероприятий. 20 июня, июля запланировано мероприятие. Мероприятие проходит очень интересно, детям очень нравится. Дети всегда хотят как бы ходить на них. Всегда хотят тренироваться. Будет скоро турнир по пейнтболу, волейболу. У нас на площадке уже дети тренируются. Игра «Угадай мелодию» прошла в виде увлекательного соревнования. Ребятам необходимо было пройти 4 тура, в каждом из которых они должны были угадать по 10 мелодий из популярных мультфильмов. За каждый правильный ответ команда получала 1 балл. По итогам игры наибольшее количество баллов набрала команда «Суприм». Они и стали победителями музыкального состязания. Награду ребята получили памятные призы и, конечно же, яркие эмоции. Я ждала, я думала, что мы выиграем. Ну и мы выиграли. Наши девчонки молодцы. Команда «Суприм» всегда побеждает. Довольные и счастливые ребята разошлись по домам, чтобы завтра опять встретиться на своей дворовой площадке и весело провести время. Наталья Лях, Александр Косицын, программа «События».